Значит, всем добрый день. Вот утром я показывал и поставил рамку. Потеплело. Пчела пошла ее разглядывать, облизывать. Значит, вот теперь я показываю. Вот я собрал вторую рамку. Не прошло и 3 часов. Значит, все тут почищено. Вот. Значит, так вот это все выглядит в необработанном виде. Вот, наверное, ее поправим. Так, теперь, значит, процедура какая? Обычно я ставлю в разные ульи там. Ну, тут у меня карман просто есть, поэтому выеживаться мы не будем. Мы сделаем вот таким вот макаром. Значит, раздвинем просто рамки. Вот. Все их. Так. Вот. Просто тупо раздвинем. Ну, заодно и заглянем внутрь, что тут у нас есть. Циклон, видно, прошел вчера, потому что проходил, раздавал подкормку. Меня погрызли с жуткой силой. Пчела реагирует на заход, когда сам перепад. А когда давление установилось, она становится миролюбивая. В общем, вот она рамка. Медово-перговая, или какая она тут. Сейчас мы ее строим, посмотрим. И что здесь есть. Может, что-то расплод есть. Нет, здесь мед есть. Здесь что? Ага. А здесь тоже мед. Ну, в общем, суть в чем. Нам нужно, чтобы они обработали краешки, все тут подровняли, почистили, облизали. Вот, поэтому ничего тут изобретать не будем. Опа. Поставим ее просто сюда. Вот. Проще, когда все в одной части стоит. Соответственно, вот, вот такая вот семья. Хотя она шла немного с опозданием, ну, поднялась. Вот, значит, где-то через дней 5 я буду, значит, засевать. Ну, числа где-то 5, 4, уж 3. Поставлю в изоляторы, загоню маток, сформирую семью. Значит так, теперь вообще ставят их на вот эту, на облизывание и подготовку, можно ставить за сутки. Но у меня время позволяет, вот, я сделал раньше, за неделю. Сейчас взятка нету, обычно они поставишь, они туда умудрятся затащить нектар, его придется потом через медогонку откручивать. Вот, ну а так они успеют все почистить, отполировать. Если плохо почистят, поставим поближе к расплоду. Ну, я думаю, за неделю они оближут и так. Все тут отполируют. Вот. Вот вся, в принципе, подготовка. Но обычно я расставлял их в разные ульи, по две они стоял. Ну, тут они стояли, зимы тут две. Сюда я же их поставил, полировки. На полировку давать можно в абсолютно любую семью, это без разницы. Пчела подготовит, все там отреставрирует. Сделает в идеальном виде, на засев это не влияет никак. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи, до новых встреч.